О бережном отношении к природе мы слышим с детства, да вот только беречь ее так и не научились. На берегу реки Медведицы в Михайловском районе уже несколько лет ведутся работы по вывозу песка. Еще каких-то 3 года назад здесь было излюбленное место горожан. Золотистый пляж, на котором всем хватало места, и удобный заход в воду. Сюда приезжали семьями, здесь играли в волейбол. Когда на пляже зашумели камазы и песок с каждым днем начал убывать, люди недоумевали, но решили, что раз вывозят, значит кто-то разрешил, и отдали пляж без боя. Сегодня на месте пляжа река и котлованы. В завершении картины появилась еще и дорога, которая, как это ни странно, идет прямо по реке. Судя по отпечаткам на песке, здесь хорошо поработала тяжелая грузовая техника. Для укрепления дороги привезены кирпичи, остатки плит, строительный мусор, арматура. Сегодня попасть на середину реки Медведицы можно запросто. Нужно просто пройти по воде аки посуху. Река в этом месте делится на 2 рукава, небольшим островком. И, как предполагают местные жители, видимо, на островок за песком и рвутся строители всей дороги. Но это только предположение. А по официальной версии, это всего лишь техническая дорога, которая строится для спасения трактора, который строители случайно здесь утопили. Как чудо-трактор добрался до того берега реки и утонул, каким образом его будут доставать из воды, об этом история умалчивает, так как озвучивать данную версию для прессы никто не соглашается. Да и вопросы тут скорее должны задавать не журналисты, а природоохранная прокуратура и экологи. Что это? Масштабная операция по спасению трактора или циничное преступное использование природных ресурсов? В администрации городского округа город Михайловка журналистов одной из местных газет заверили, что уже выезжали на данный участок и сделали заключение. Природе ничего не угрожает. Татьяна Лесничина, информационный портал «Взгляд 34.рф», специально для высоты 102 из Михайловки.